Всем привет, и вы на канале Anna Game. Сегодня мы продолжаем игру Mafia 2. Ну что, я надеюсь, вы посмотрели прошлые ролики, а также поставили лайк. Кто не смотрел, напомню, что мы уже вышли из тюрьмы. У нас уже все хорошо, но будем узнавать, что будем делать дальше, потому что мы не знаем, на какую семью, куда мы попадем, с кем дружить, с кем не дружить, и что вообще как. Поэтому, ребят... Так, хорошо. А что, мы идем к Джо? По бордюрчику. Так красиво. Мы тогда были, тогда была зима. А сейчас вон вижу одуванчики, трава. Ну, все так красиво вообще. Крутяк. Ты кто? Или мне выше? А, выше. Кто это такой? Это внизу ждет это типа муж той женщины, может. Вита! Ты из тюрьмы сбежал! Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. И ствол. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, он им расскажет, тоже, интересно, Барбара. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Может, ты ствол спрячешь? Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартиру. У меня будет новая квартира. Вспоминай, привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Нет. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Так, погода классная, поэтому возьмем мы эту машину. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Так, кстати, я взяла свои машины. Дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Управление-то какое. Здорово, что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было, но теперь нам сам черт. А я не туда поехал? Генри давно видел? Нет, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это же не разговоры были. Ну, после того, как Клемент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я сошелся с семьей Фальконе, и теперь работаю на них. Правда? Ага, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. То есть он, наверное, ему рассказал. О, боже. Что Клемента, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. Кончай насиловать педаль газа! Эй, успокойся, я спешу. Я спешу. Ну, это прикольно. И что, дальтоник красный же? А вы, кстати, видите, как этот вылетает так вперед? Прикольно. Блин, а он сказал, дом за поворотом, а мы уже столько поворотов проехали. Да иди в жопу. Ты нас всех решил угробить? Да. Ладно, не так все плохо. Прям как тепло. Отлично, мы почти приехали. Тормози тут. Пойди погляди. Верхний этаж. Я тебе уже обучил. А почему все красные? Кстати, гараж там. Спасибо, Джо. Большое спасибо. А, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное место. Так что тут нельзя. На хвосте висят. Они пустят. Сначала надо сбросить хвост. Нельзя. На классное место. Прикрой меня, Вита. Серьезно, не буду стрелять? У меня есть оружие? Ну нахера мне туда заходить? Ты что, дурачок?
Возьми оружку. И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. О, два есть. Куда? В кого? Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Ты просто Супермен. Понял. О, еще один отдал концы. А мне просто надо было доехать. Просто надо было доехать. Так, ну что? Будет где-то... А он придет? Нет? Я так понимаю, нужно еще выйти, потом переодеться. Еще выше. Да ладно. Почему всегда она... Ну вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение. Чистое, современное. Горячая вода, круглый порошок. Ага, сюда с оружием нельзя. Хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит. Блин, на самом деле неплохо. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Все? Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, сэр. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. До свидания. Так, копы стоят, потому что, наверное, там стоит этот... А, переоденьте костюм. Подожди, я могу переодеться дома. Ведь не обязательно покупать, правильно? Все, я буду красивая. Ой, меня не разыскивают. Отправляйтесь к Джо. А Джо-то разыскивает полиция. Но я буду нейтральная, может, это поможет как-то. Ну ты гон, просто не доехала. Там столько мафии было или кого-то такого что-то? Вы хотите сказать, его убили? Нет, это кто-то другой. Где этот? Где Джо? А что мне надо сделать? Отправляйтесь к Джо. Что он ничего не сделал мне? Блин, ну она теперь неуправляемая, да? Там колесо разбито еще. Что-то не так. Мне кажется, я рано взяла эту машину. Еще такие машины не появились. Я поспешила. Блин, серьезно. Такой красивый кабриолетик. Его надо починить. Ты посмотри, какой. Не уступил. Бежали. А почему Джо? Его убили, что ли, поэтому он дома? Ну, типа, в смысле, почему он дома вообще? Это кто? Почему здесь? Не кажется, что здесь постоянно кто-то есть, какой-то новый мужчина. Давайте позвоним. Нет, не открывает. Тогда ждал, сейчас какой-то другой. Может, там что-то? Зашибись. Может, Джо нет дома? А, есть. О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Значит, ты красиво оделась, все правильно. Мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, как дела? Неплохо, неплохо. А это значит, твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем?
Нет, сказал только, что сюрприз. Но ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, а что это? Почему он болтает? О нем говорит. Не бойся, все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Ладно, Вита. Опять я за рулем. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Нас отвезет куда. Наш друг. Вот еще какие машины в моде, то есть еще кабриолетиков нет. Так что, видно, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы. Понятно. Кроме того? Ну, я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Да бордель, ладно. А? Ух ты. Вита, да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки. Мне кажется, Вита столько был лет куда. Без этого. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. Вот так, пульмен на славу. Ты посмотри, ты посмотри. Что еще надо уладить? Что может быть важнее кисок и выпивки? Уладить? Знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. А что надо уладить? Ну что, гони давай, а? Гони, гони так гони. Да, я вижу, здесь машина не уступает вообще. Что-то поменялось в езде, раньше такого не было. Я просто ему на хвост села, и все, и его толкаю вперед. Пролезу, пролезу. Пошел вон. Эй, ты же на красный проехал. У нас тут что, автобан на Аляску? Не нервничай, я спешу. Я спешу в бордель. А вот. Прикольно. Сколько ты вообще нет? After the lights go down low. Я говорил о тебе с Лео Галанте, Вито. Он рассказал мне, что Клементо пытался вас скинуть. И сказал, что ты парень надежный. О, это опять тут. Ну, слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке, и... Я просто понял, что никто мне не поможет, только я сам. Какой разврат тут. Да, хорошо. Да. Все, детка, кыш. Кыш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карло Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Боже, что с ним? Я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята, и за общее светлое будущее. Чента! Мне сегодня много пить нельзя, у меня есть одно дело. Что за дело? Карло умный, он и шарит в этой... Ну... Астрологии. Может, астрономии? Иди ты, звезда с ушами. Боже, посмотри, как они выглядят сразу так. Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник, если нечем рот занять. Это! Поехали! Эй, Джо, подъем! Капец, они нажрались. Ну
Спокойной ночи, шлюхи. Какой ужас. Где моя машина? Ее сперли. Зовите копов, вашу мать. Вот алкаш, а. Да вот она. Да? Ну да, ладно. А ключи мои где? Вита поведет. Он из нас из всех самый трезвый. А в следующий раз больше кислок. Может, побыстрее садитесь, пожалуйста. Столько времени тянете, я бы уже поехал домой спать. Так что, Вита, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Посмотри, что делает. Фу, чем это воняет, леди? Ты блеванул, что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват. Джо, я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить, а ты взял меня и напоил. Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике. Блин, коп сзади стоит. О, Витя, успокойся, а Эспета, что-нибудь придумаем. А что тут думать? Закопаем жмурика и все. Я уже подобрал местечко в старой обсерватории. Круто. Значит, лопатки у нас обновилось. Да, в багажнике. Яма уже готова. Надо просто а это что такое? Сбросить. Блин, серьезно, это какая-то... Ладно, ладно, и где эта яма? За городом. Машина, которая отвозит близко людей в тюрьму. Нам надо проехать. Очень похоже на нее. По лесу до полянки. Яма там. Угу. Давай побыстрее. Секьюрити. Боже, дышать нечем. Эта чертова вонь меня доконает. Именно так нужно ездить, когда у вас в багажнике труп. Быстрее избавиться бы от этого. Стой! Сейчас блевану. Говорит, своей машине не блюет. Ой, поздновато. О, боже, Эдди, что за вонище? Эй, ну машина-то его. Да, но это вонь. И тут еще та вонь. Нет, ну, разве что он уже и ногами. А туда далеко ехать вообще? Копов прямо нету, можно ехать так. Ну, нам сюда где-то, да, лес? Лес. Хотя как-то видно, что лес. Ну, вверх. Очень хочется верить, что опять не загремит он. Уступи. Уступи, говорит, там просто съехал в аварию, сделал. Я могу всех так подставлять теперь, да? Немножечко поцарапал. О, это какой-то район такой.
прикольный. Какие-то такие дома. Это здесь, что ли? Почему они молчат? Я-то всегда еду так. Когда быстро, то они пищат. Все. Так, короче, мы на здесь. Месте. Будь здоров. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Мать вашу, ну мои ботинки. Господи, боже. Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? Да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Блин, даже ни во что не замотан. Сука. Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда. Наконец-то, Мадонна. Так, а кто его зароет? Что? Ты. Погоди, я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. И эти нам тоже не помогут. Ладно, черт с вами. Ну, этот какой-то вообще пидорок. Эй, парни. Просто подставил. А хотите музыки, а? Псис. Они издеваются. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бобби, давненько я в лесу не был. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Да, конечно. Я думала, будут какие-то мафиозные делишки. Получается, мы просто... Не переключай радио, понял? Это Дино. А, радио. Я надеюсь, эта музыка что, не запрещена? Люблю я эту песню. О боже, бедный Дино. Прикольно, эта машина на поворотах, она тяжелая и так прям ощущается здесь. Чуть-чуть не туда. Ой. Ой, простите. Ой, простите, мне очень жаль. Я буду пикать, чтобы потом авторские права просто не забрали звук. Ой, это пса. Давай.
Ладно. Получается, отвожу их и еду к себе домой, да? Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Да вообще никакое. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой поедет. Вита, ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй! Пошли, выпьем! 3 часа ночи! Заткнись, идиот! Заткнись, шлюха! Давай! Эдди, с тебя хватит. Пора спать. Ну, ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Я думала, за эти 4 года, которые не было этого... Барбара что-то изменится как-то. Ну, вообще, что-то произойдет хорошее. Какого хрена? Эй, Вито, проснись и пой! О, боже, Мар, ты не ори, а? Голова раскалывается. Прости, Джоуи. И хватит называть меня Джоуи. Крыша поехала. Вито, спускайся! Господи, боже. Окей. Сейчас сделаем какое-то задание. Я думаю, хватит на сегодня. Что-то покруче есть? Нет, это еще рано, я думаю, не по годам. Это костюм этого... Барбара. Джо Барбар. Он также вроде одевался. А здесь по-другому, блин. Я привыкла, что там спускаешься, всего 2 пролета и идешь вниз. Да, блядь, тут еще 3. Единственное, что я не помню, где гараж. Сказали вроде сзади, да? А вот в чем хочу. Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома. Мне надо было грузовик забрать. Так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесет. Прыгай, по дороге объясню. Садись за руль. А, я опять за руль. Куда? Риверсайд. А чьи-то кровавые следы? Посмотрите. Чьи-то кровавые следы? В порядке, сынок? В порядке. Ну и ночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься? Нет? Что, ну что, ты подумаешь, труп закопали. Прям мечтал. Выйду и... Сигаретки, да, что ли? Ты же оторвался с девками. Ну да, Волки, да. Продаваешь. И за это видео, спасибо. Кусочек, но за то, что было потом, благодарить не стану. Ладно, ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. Ого, как она тяжело управляема. Да, здесь есть разница между машинами, прям чувствуется. Зеленый был. Почему полиция включилась? Но за мной, кстати, она не поехала. Что за дела? Заезжаем в пару мест, распродаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно к Эдди и получаем свою долю. Расплюнуть. Постой-ка. Помнится, меня как-то раз за решетку упекли за такое вот расплюнуть. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай в Риверсайд. Ну, как скажешь. Поверь, ты мне спасибо скажешь. По крайней мере, на это надеюсь, потому что мы уже раз сидели.
кстати, оружейный магазин. Можно купить какие-то приблуды себе новые. Куда заезжать? Сюда? Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Привет, блок красный. Вита, подай блок красный. Ну да, да. Сигарет. Отлично, давай. Вот вам, сэр. Всегда пожалуйста. 2 бакса, эй, всего лишь блок. Хорошо, что ты приехал. Курить нечего. Мне блок синий. Вита, 1 блок синих. Супер! А где их не дружок, этот мелкий, который там тоже звал его? Где-то пропал. И были красные следы крови. Вот вам, сэр. Всегда пожалуйста. Несколько часов спустя. Ну, несколько часов они продавали, и никто их не накрыл? Или сейчас накроют? Да, бля. Копы. Какого черта? 328. Ай, сержант, как дела? Как всегда, блок синих? Думаю, в этот раз мне белое. Белое? Слышал, Вита? Давай, блок белых. Давай. Да, вот прикольно. Его. Он купил, я думал, он просто возьмет. Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали. Садись, Вита, дальше в Милвилл. Сегодня все отлично, мы серьезное бабло слушали. Ну они так вообще в открытую везут груз. Странноватенько, нет? Возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то отвозит, фигня всякая. Но он думает, он гангстер. Слишком много в кино торчит. Ну, если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе нассал. Ты что, забыл, как клево было? Ага. Напоминай мне иногда, ладно? Я думала, он больше лет воевал, вообще и сидел, но, оказывается, нет. Да, и сейчас там 8 лет потерял. Это много. Китайский квартал. Я же говорил, все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Слушай, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наша Вита.
Так, мы почти что приехали. А, сюда. Блок синих, если можно. Да, можно. Давай можно. Блок синих. Да, вот его. Вот он, сэр. Всегда пожалуйста. Привет, я блок красных. Это блок красных. Супер! Это последнее, или мы где-то еще будем продавать вообще? Неужели их сейчас накроют? Ну да. Все, отожмут. Что продаешь, парень? Ты покупатель и глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты. Блок 2 бакса, целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. 10 блоков. Эй, дружок, давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Чё? Чё? Вот. Ну что теперь скажешь? Что я скажу? Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда. Давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. А как? Подожми, Витя, он уходит. Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Ну, по сути, да, машина не едет быстрее. Я не могу стрелять даже. И догнать я его тоже не могу. Ну, похоже, он должен, типа, скрыться, потому что машина просто не едет быстрее. Вот черт, и что теперь? Нужно обсудить цели. Ищи ближайшую будку и позвони. Где ближайшая будка? Кончай насиловать педаль газа! Не нервничай, я спешу. Определись, Джон. Как машина едет на скорости вообще четко. Здесь оружка, нет будки. Да, подожди, давай посмотрим, короче, на карте. Это что? А, это свалка, нет. А как я найду будку? Блин, а где будки вообще? Здесь где-то есть? Я не вижу. Пойдем в эту сторону. Вообще такая штука, но я не видела еще там. Еще будок этих. Вот она. Видела. Просто я думала, они как-то будут тут по-другому, просто телефон. Или реально будка, это как кабинка.
у вас... Как мне позвонить? А, все. Кстати, он вышел с тюрьмы, но я еще не... Эдди, мы еще не были у сестры. Слушай, у нас тут проблема. Вы толкали курева, а потом внезапно появились эти реалинчики и подожгли грузовик. Что? Ты что, издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, Эдди, слушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните. Я 2 куска за грузовик отдал и хочу их назад. Ваше счастье, тормоза, что со мной тут Стив, человек Дерека. И мы как раз решаем, что делать с этой шварью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Итак, встречаемся со Стивом у входа в бешеную лошадь. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все две штуки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпется 2 косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Знаешь ли, он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. О, Эдди рвал и метал в трубку. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на 2 куска вытрясу. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек ДРК, Дерек в команде Винчи. Почему тебе что, не... доктор? Ну ты этот, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Да, ну почему не сделать проще? У него же тот друг, который, ну не друг, который в тюрьме помогал. Почему он не может помочь ему сейчас? Я думаю, что там намного лучше дела творятся, в общем. Ты все машины в городе хочешь побить? Да. Я в задницу укусил. Ты что, дальтоник красный же? Да блядь. Вообще на меня не реагируют. Какой-то баг? Ты когда-то какие задания такие, то они не реагируют. Тормози нахрен, пока нас не стопанули. И что? Я видела, как они прыгают через забор. Люди это бегут от меня, типа от машин. Ну, наверное, классно ездит. Эй, Стив. Привет. Марти, ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата, ограбили и выбили 3 зуба. Да уж, ублюдки поганые, от них по всему городу одни неприятности. Цыц, вот... пацан, сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было? Не мешай!
подарочек. Вито, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив. Ну, будет кидать. Чего ты ждешь? Хватай бутылку и швыряй. Что тут сложного? Я вроде все кинула. Он реально не бросил. Смотри. Или бросит, а не бросит. Будет им урок. Вот дурак. Да. Ладно, вроде мы все. Ладно, теперь пошли в литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи. Езжайте к старой литейной. Давай, садись. Почему не хочешь садиться? О, все. Да, уже пора заканчивать это, потому что сколько уже времени прошло. Хорошо, что это недалеко. Это будет последняя точка. Мне кажется, там будет перестрелка жесткая. Чувствую я. Сбитыми они пришли. Тут надо было приходить реально с калашом. Ну, тут не калаш. Эй, как вы сюда попали? Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Джо, берегись! Спасибо, брат. Черт, у них пушки. Они попали. Прикрой меня, Вита. Прикрой меня. Да, совсем не плохо. Это зеленый. Прикрой меня, Фритти. Ну, ты труп. Ты в порядке? Меня зацепило. Ты труп. Разве это поплыли? Ладно, Вита, пошел, пошел. Я пошел, но я... Давай, быстро, пошли! Эй, мне тут помочь надо, ну! Как бы уж хотелось с тобой ссориться! Ты труп! Я лучше всех! Патроны мне сами приходят. Тут на мне, окей. Молодец! Бум! Ну вот он один сидит, я не вижу. Посрачника хотела быть. Эй, Джо, маме моей не говори. Я попробую его обойти. Промазал, Фитти. Теперь его крыша. Черт, ты стрелять вообще не умеешь. Ха, сарак. Я захожу. Ты в порядке? Спасибо. Я прикрою, Вита, вперед! Угу. Как плохо их видно. Еще один отдал концы! Ладно, Вита, поехали! Эй, ничего, слегка зацепило. Давай, придумай что-то быстрей. Увидимся в аду, чувак.
Ничего не подрывается. Давай, я прикрою. У меня уже скоро патрон закончится. Минус. Вылезай, трусливая крыса! Тебя в армии так научили? В армии. Он был не вольный вообще-то. Все, да? Все, надо туда бежать. Патрончики, пожалуйста, мне дайте. Немножечко, немножечко, пожалуйста. Мне, у меня 7 патронов. 7 или 14. Там что-то лежит. Ой, тут много. Ничего не подрывается. Где они вообще? Сверху стреляют. Нам мушку не взять! Я не умею. Вон там! Ладно, Вита, пошел, пошел! Где вообще хоть кто-нибудь? Вот один. Испугался, гаденок! У меня есть кое-что для тебя, козел! Чего, Вита? Черт, собач! Ты просто супермен! Если бы я еще их видела нормально. Давай, придумай что-то быстрей. Это гон, серьезно? Иди сюда. Поползли. Может, я правда кого-то убил? Можем его обойти сзади. Ты на кого наехал, а? Убить его! Выруби его! Ты в порядке? Держись. Этот дурак меня ранил. Ты можешь? Молодец, Вик! Прощайся с жизнью! Прикрой, Виктор, вперед! Сюда!
Поехали. Я не понимаю. В порядке, скажи что-нибудь. Меня так просто не убьет. Обходи его сзади. У меня. Все? Я попробую его обойти. Все, да? Слушай, все это как-то совсем уже. Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают? Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. Ты где найти для Эдди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Это черт, да ты гений, эти тачки не дешевые, верно? Да, но да, Дерек нам что как вам скажу, штуку за что мы эти ладно, тачки подадим позже, в следующей Заметана. Серии. Увидимся, поэтому, ребят, все, будем паузу. Закончим на этом месте, это хороший момент. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.